уже непонятно. Ну, последнего играет он, по-моему, 9-й. А, нападение он. Мне не удалось найти там, по-моему, 9-го в вашей библиотеке Apple Music. Вы можете попросить меня включить радиостанцию или использовать определенное приложение. Раз, два и прострел. Ты ему звонишь или что, Денис? Он с блютузом бегает. А хорошо, ну правильно, ну попал бы, было бы классно. Да. Заха поздно стартанул. Захар, не с той стороны.
Хорош, Вань, молодец. Поздно, Заха, чуть-чуть раньше стартуй. Хорошусь. Пиля, молодец. И давай. Давай, бросай себе и беги.
Ваня сразу. Молодец. Да ну те хорошо сыграли, все. Ну да. Заха, на мяч, Заша, за мяч. Ты от него убегаешь все время. А теперь беги, да, вот и молодец. И пас. Ничего, ничего, молодец, молодец, сейчас хорошо. Чуть-чуть раньше расстанься с мячом. Чуть-чуть раньше сейчас отдай, перетянул. Все хорошо сделал, уже все. Ты вне игры!
Олег, ариш! Кирилл, 77-й! Не знаю, не знаю. Что ты тут был? Да все голы такие, как бы, ну, рабочие. Ну, шары ни одной не залетело. Еще надо было как минимум два забивать. Притом один человек это только мог сделать два раза, да? А вот Нестерцов ударил неплохо, да? Да, да, неожиданно так. И бей, Русик, под левой же. Задели. Это Олежек, детка. Это не шутки. Это Олег, работа. Здесь можно. Ну как за гол, да, одна нога это гол. Здесь можно. Когда на тренировках. Кирилл, 31-й, 31-й. 80-й теперь, да. Проси, проси, проси. Ваня, проси. Набирай. Разворачивай, разворачивай, типа.
Ничего, ничего. Кир. Там есть, он прибежал. Или это твой был? Кира, штрикни ему в глаз, чтобы он с ног не прыгал в ноги. Шараш. Киря, центр, центр, пересадься к 21-му туда. Да. Аут будет. Быстрее, Миш. Киря, падай в центр теперь. Киря, куда ты от игрока перестраиваешься? Кирилл, отскакивай, 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 отскакивай. Опускайся быстрее! Вот видишь, ты ушел на твое место.
пусть выкатывается. Это пусть выкатывается. Вообще, вообще он должен быть первым. Кирилл! Кирилл, не по прямой, пожалуйста, обводи. И возвращайся, что ты ждешь аплодисментов, блин? Киря, в центре дырка. Давай, давай, возвращайся, возвращайся. Кирилл, я понимаю, тяжело, но а что делать? Кирилл. Киря, играй в центре, хватит по флангам носиться, блин. Кирилл, давай играй, пожалуйста. Шапку можешь снять даже, разрешаю тебе. Эти, видишь, такой тактический ход колёс сделали. Те пошли отдыхать, вышли поменьше, пацаны. А теперь вышли эти...